Здравствуйте. Выбрались мы сегодня в частный сектор. Есть такая красота, конечно, мечта. Кто имеет частные дома, я просто чисто такой белой завистью завидую. Но это же, ну, это рай. Вот рай на земле. Паша, ты мне обещал рассказать сегодня о лечебных травах. Да. Ну так расскажи, пожалуйста, не только мне, но расскажи моим знакомым девочкам, мальчикам, моим знакомым тетям, дядям. Какие ты знаешь лечебные травы? Я, допустим... Иван-чай, зверобой. Зверобой, иван-чай. Сейчас... Ну, их очень много. Очень много. И ромашка. В общем, если мы выедем в лес, то там, наверное, будет что собрать. А я сегодня еще, знаешь, о чем хочу рассказать? Вот уже практически отцветает, как эта трава называется? Одуванчики. Одуванчики. Это же не трава, а цветочки такие красивые. Одуванчик можно использовать не только как сам цветочек, да, но и корешки, кое-корения, и листики. Все это можно использовать для лечения. А я расскажу, как использовать цветочки вот эти. Значит, я... очень много рецептов, как варить варенье из цветкового дуванчика. Я дам рецепт по совету Натальи Земной. Значит, она говорит, что нужно собрать 650 цветочков. Видите, как полезно? Я то не только я буду вот так вот гулять просто, а я буду нагибаться, опять вставать. 650 раз я нагнусь. Это ж как это хорошо. Значит, сколько я, может быть, хоть на грамм 50 похудею. Это отлично. Когда я соберу 650 цветочков, значит, эти цветы я залью литром воды, холодной воды. Залью эти цветочки, и они у меня будут стоять сутки. Через сутки я эту воду сливаю, но не выливаю, а сливаю в емкость, там кастрюлька, еще что-то. Цветочки я беру. Так вот выжимаю. Ну, естественно, можно через друшлячок, через сито такое мелкое пропустить, чтобы не попадали там уже. Ну, можно даже и лепесточка, и очень красиво, пускай себе варится. Что я делаю дальше? Потом в этот литр воды... Можно. Ой, божья коровка, какая красота. Она улетела. Улетела небка, там твои детки кушают котлетки, да? Вот. И затем добавляю 1 килограмм сахара. И варю такой сироп, такое варенько. И вот ровно 40 минут. Все, это достаточно. Баночку можно закатать, баночку можно закрыть. И чем это варенье, чем же оно полезно? Это действительно полезное и нужное, особенно у кого есть маленькие детки. Они, когда ребенок заболеет... Особенно, как у меня. Да, вот как у вас. Вот у нас маленькие детки, и этот кашель, всю зиму кашель. Так вот Саша, это... Саша, Ваня, Маша, Ваня. Да, вот. Четверо малышей. Один заболел, считайте, вся семья у нас больная. А там еще бабушка пришла, там еще дедушка пришел. Там, ну вот, видите, все. Поэтому по чайной ложечке, такое варенько по чайной ложечке можно пить и от кашля. Очень и очень хорошо. Вот вам простой рецептик. И такая, ну, сейчас уже надо успеть, потому что у нас уже практически этот одуванчик уже отцветает. Нужно ехать там, где здесь очень южно, здесь тепло сейчас. Надо ехать в более северную сторону. Вот так вот. Так что мы сегодня поедем и насобираем эти одуванчики. Кто хочет, пожалуйста, варить, очень легко. Кто хочет посмотреть да. Грибы, пожалуйста, смотрите. А грибы разве еще есть? Уже есть? Грибов же нет. Понятия не имею, но почему тут грибы? Это не грибы, это какие-то поганки. Ну, поганки, конечно. Да, это не грибы, это поганки. Вот, в общем, это вообще очень лечебное, потому что можно листики молодые и в салатик положить, можно и борщик зелененький положить, да, а корешки, сколько там печень больная, ну, это уже рекомендации врача, это не мое дело туда лезть. А вот варенька можно сварить. Всем желаю здоровья, выходите на природу, дышите воздухом, грейтесь на солнышке, загорайте. Купайтесь, пока-пока. Купайтесь. Лужа, что ли, купаться? Ну, это же лужа, тоже нет. Речка. А, речка, ставочек такой. Можно, да, конечно.